Я не допёр. Вот. Когда Блэк, Помидорка, Джек и девушка, забыл, как зовут это, Помидорки-то. Ева, да, играли в GTA. И у них там было, типа, этот, пулемёты против самолётов. Блэк такой, ну чё, начинаем? Раз. А, да. Одного сшиб. Ну, потом в 3К играли же. Ещё тоже кого-то сшибали. Я тоже говорил, раз. А, там, кстати, ребят, у вас какие-нибудь есть эти поисковые сокровища? Чего? А теперь открой вообще комнату, я скинул кое-что. Да, я его уже нашел. Самовзводный револьвер. Да. А что-то надо включить для того, чтобы мне это все такое. Нет, я просто загрузился, мне сразу тебе предложил. Ты хочешь найти это? Хочешь найти вклад? Короче, в кладе оказался этот самозарядный револьвер, и к нему миссия. Сделать 50 убийских голову, в награду деньги GTA и револьвер для Red Dead Redemption 2. Что-то я не понял. А, ну надо. Ну, деньги в GTA может быть. Ну, не револьвер... мне. Ну да, не нам. Кстати, револьвер выглядит реально прикольно. А, да, надо найти, если он прикольно выглядит. Ну... Давай так. Ковбойский револьвер такой. Ты просто сейчас найдешь меня. Просто сейчас зайдешь. А, ты уже зашел, кстати. Я зашел, но мне ничего не предлагают. Сейчас, секундочку. И мне ничего не предлагают. Предложите, пожалуйста. Заходите в бункер. Как вас по Батьковичу тут тыслыч? Андреевич. А? Андреевич. А. Сейчас Папа заходите. Андреевич, ну открывай, ну. Пошли на улицу. Андреевна. Нахрен я заходил, я уже приехал в бункер, блядь. Теперь выходим на улицу, говорит, блядь. Нормально. Я думал, ты пригласишь просто. А, нет, это Денчиковский. Короче, слышь, Дэн. Я отходил, повтори. Вот так вот он выглядит. Что, взорвалось? А, о. А что за костюм? Не знаю. Это из последнего ограбления. Я понял, что из последнего. Я видел его на экране загрузки. Прическа шесть. Только зачем вот эти чуваки, вот? Чуваки, от первого раза слабо включить, чтобы рассмотреть. А мы что, по-твоему, делаем? Зачем тебе ты еще и снайпер. Да. Он каждый полигон смотрит обычно. А теперь смотри, как он убирается. Не выпендривайся здесь. Слышь? Сейчас, Дэнч, сейчас он... Не, ну это ж правда. Как он что? Сейчас он прибежит к нам. Меня сейчас башню снесет, прибежит. Потом я буду бежать. Не. Нож такой в голову. Подожди. Чё ты хотел сказать? А теперь смотри, как он его убирает. А, револьвер убирает. Ну, пошли его искать тогда. Это вот, знаешь... Сначала миссия должна прийти на поиск. Та же самая фигня вот с этого ножа, с этого, переключиться на другое оружие, он сразу этого не сделает. Он сначала сложит нож, уберет его, только потом возьмет его. А, мой любимый нож? Ну. Который любит у Денчика почки, оказывается. Ну, давайте постоим, пощелкаем. Присоединяйся. Кстати, а никто не заметил то, что рядом с нами стоит агент 47? Давай, Хитман. Что с твоей рожей? Тут... Хвачок, паш. Ты сказал, что это я. Ориентируясь по приложенному к миссиону, знаешь, это щади. Опачки. А, вот нашел, да? Пришло. Тебе, естественно, посылают складом, правильно? Правильно. Одну секунду, а что? Нет. Там на этом скриншоте. Не к складу, а к аэродрому. Аэродром, камни. Аэродром Сэнди Шорс, там это тебе надо найти шахту, правильно?
не шахту. Для новых вход, вход в шахту тебе надо найти. Ну хрен его знает, вход, ну, не вход, сюда поехали. Посмотри. Сейчас, подожди, подождите, дайте, я сейчас просто вертолет вызову и поедем. Все дороги. Может не вертолет, а так поехали. А чё, это нет, закрыл? Мне ничего не приходилось. Там летать, там летать. Блять, вы мне когда-нибудь ответите, а? Уже сколько спрашиваю. Чё за прикол? Чё это за прикол там? Чё? Преступная организация, чё это за прикол там? Я так тоже и не понял, чё это. Чё-то 10 лямов, да? Так, разрешите, Денчик, я воспользуюсь вашим транспортом, потому что доехать до окна. Не жалко. Присаживайся. Вы сами поедете или мне все-таки... А, ну там он... Ну, так там... доедет. Три КМ ехать. Капец, так красиво. Этажка сегодня обновлялась? Нет. Там потом надо будет в три точки съездить. Два. Три. Был рассчитанный маневр или нет? С чем? Тем, чтобы не врезаться в верху. Четыре. Призрачный кончик, блядь. Как кул это аллигатор? Это вообще-то призрак. Это смесь разбился с мальчика, все смысл черный призрак. Бинго! Блять. Я думал, он заправлен. А, да, точно. Он еще жив? В смысле, вон он, блядь. Он еще стреляет, блядь. Ну не дергайся, я не могу прицелиться. Там опять что ли безумные вид? Тракторист. И вообще, давайте вот так. А зачем? Зарплата. Вот мне-то она нужна. Да прям жить без нее. Хотя еще чуть-чуть там трилям на реку будет. Ром, не уезжай далеко. Лям, наликом чисто с зарплаты босса. Да, вот здесь вот. Сюда вот езжай ко мне. Слушай, я даже точку ровно поставил. Я даже клавиатуру не трогаю. Смотри, как могу. Смотри, как могу. Опа. Смотри. Опа. Нихера мне не вход, мам. Мне нужен чего? Не вход, мне нужны вон те камни. Так. В смысле, а что ты делаешь? Я ищу плату. Вроде у него должен быть это. А, вот знак вопроса. Дай. Знак вопроса на всю область. Нифига себе, я думал, эти камни. А чё за клад? А как тебе не приходила смс-ка, типа, по фотографии найти клад? Нет ещё? Доступаем же, охота за сокровищами. Ну, вот, вот. Письмо фотографии, место. Крест среди скал. О. И... Гора Челиад. Нет, это не Челиад. Нет, здесь у тебя где-то должно быть. Вот. Там крест среди кустов и камней. Это подозреваю, вот эти тогда камни у вас могут быть. Да вот, я приехал к ним. Он издает какой-то звук? Да, он такой типа мелодичный. А-а-а. Да, я слышу, здесь что-то играет. Я тоже слышу. Ром, вот сюда езжай. А, ну здесь, блин, для тупых тропинка еще. Че, Рома? Рома снизу бегает. В смысле снизу? Я снизу. Слышишь, ты говоришь, Ром, езжай. Вот я снизу. Дэн за рулем. А, был. Значит, Дэн, тогда присаживайся. Значит, это у Дэнчика. Я думал, там... Так, блядь, понял, простите. Да ладно, всего лишь подрубил кусты. А, нифига, у меня это вон там. Где Дэнчик? Я про ту область и подумал. Не-не-не-не-не, а, дальше. Вот, дальше, за трассой, за, получается... А, так это прямо почти за моим этим. Здесь его больше нет, я его перепрятал. Вы, ублюдки, его никогда не найдете. А, все, понял, ладно.
Раздобудьте себе подсказки. Тогда Денчик гоните, а мы сейчас пока ромим. Гора прям перед нами. Я понял. Значит, точки в правее бери. Правее бери. Точки разные. Там на горе где-то должен быть крест, я помню это. Я сразу про это и подумал. Так, не-не-не, на правую гору поднимись, на правую. Ром, проблема, где твоя тачка-то? Где я ее бросил? Эль, ты ее забрал. Справа от тебя иди, там где-то на тропах. Ты мне? Тут. Да, я тебе говорю, я по карте посмотрел. На тропах? А, вот он. Ром, поднимись выше, ищи крест. Он должен быть на вершине на какой-то горы. Либо здесь, либо на задней. Скорее всего, на задней. Музыка. Да-да, нам к той горе. Одна у воды, одна у леса. Фиераси, где третья точка? Вот перед третьей точкой, подожди нас, третья точка у всех одинаковая. Она у бункера. Да. Ну. Она там в гору, в горах у города, да? Садись. В горах у бункера. У меня кокс готов, Джон позвонил. Что это было, блядь? А нахер ты взлетать начал? Да потому что я соскользнул и сказал, сейчас подожди, Ром, все понял, ты вышел. Так я уже, я еще до этого начал бывать. Сейчас подожди, даже я не услышал. Я услышал. Я вроде еще не шепотом говорю. Тебе помочь, Ром, подняться? А, я буду здесь. А кстати, у тебя третья точка, Дэн, где-то. На одной я уже нахожусь. У меня потому что третья точка была в горах, там оказывается скала есть. Лопата? Кровавая лопата. Там пещера. Дайте мне лопату в жопу ваш револьвер! Обладание сокровищем разрушило мою семью, здесь его больше нет, я его перепрятал, в ублюдке его никогда не найдете. О, теперь твои квесты начались. Все, прочитал, да? Да. А чё в GTA так мало таких? Сразу лучше, ты сейчас отъезжаешь от подсказки, да? Да. Я поставил меня. На мувик, Ром. Чего? На мувик его. О! С тебя еще. У меня тоже появилось. Денчик, ты сейчас только вот этот подсказ от тебя покидаешь? Да, там, разрушен хибар. Да. Подожди, это тут второй сейчас. Ром. У меня тоже открыть было. А, ну я вижу две. Одна на одном берегу, вот на которой ты сейчас одна видишь. Вот, вторая. Одна вот здесь. Вторая вот. А ты поставил. Вторая вот тут вот. Да. Я понял. Дэн, подожди нас во второй точке. Мы сейчас у Паши откроемся. Я вас всех троих тогда привезу. А третья вообще капец. Третья вот здесь вот. Короче, как лететь к твоему. Вот тут вот. Да. Ну, самый прикол. Куда полетел? Паша. Назад вернись. Нет, мы сейчас Паша начнем тоже. Паша, у тебя где? Так блин, меня бы тогда высадил. Так я же тебе говорю, а зачем ты выпрыгнул так? Подожди, мы сейчас у Паши сделаем, ты сказал, хорошо. Я ничего не говорил. Рядом с Денчиком яхты есть бухта. О, я нашел ящик. Вот, я тебе показал. Сука, я самый прикол в городе. Я забрал городе, второй, в море, блядь. Я только не знаю, что искать, потому что у меня на телефоне ничего нет. В смысле? Вверх, вправо, почта. У тебя там должно сообщение висеть. Я ежедневное задание выполнил. А, вот, да, вот сообщение. И что у тебя там нарисовано? А, 70. Короче, Ром, я понял, разрушенный вертолет. Я даже примерно понял, где это. Короче, Ром, Дэн, катайтесь по всем трем точкам, забирайте три револьвера, я сейчас с Пашей тогда сгоняю. Вот, в общем, лети к этой бухте, там сориентируйся. В смысле? Не, ты можешь меня подождать, я вас заберу. Да ладно, уже вертолет сейчас, в жопу вертолет, в машине хочу кататься. Ну просто летели. Летать скучно. Просто у Паши оказалось, скучно, что он в городе. Не скучно, но я не тороплюсь. Она появилась уже после того, как мы у Ромыча взяли у его крестика. Напомните, что такое каннабис. Что? Что такое каннабис? Вот видишь остров небольшой.
Лево. На нем обломки. Приземляйся. И насколько он ароматный? Канабис, это трава. Ну. Ну. То, что канабис разрешен, а этот нет, что ли? Нет, просто у нас сотрудницы типа духи с ароматами листьев канабиса и с листьями. Что-то такое с канабисом связано. Вот отмель, по которой можно вот здесь вот. Вот мне интересно, что это такое, это сколько аромат. Вот здесь вот прям чуть-чуть. Это. Короче, марихуана. Конопля. Не в елке, а. Как пахнет. Я знаю, как. Я просто не вижу здесь. Как я тебе объясню, как конопля? А вот это здесь. У нее довольно такой, тут, блядь, в принципе, приятный кровяной запах. Нет. Стой. Дайте на песок я пошел. А, ты за второй поехал? Ну, да, мне, да. Ну, садись. Или сам веди. Я сам. Дверь на месте хоть? Да. Это Паша щипа звук.